Друзья, всем привет! И в данном видео я покажу, как несколькими способами сделать скриншот фактически на любом компьютере или ноутбуке с операционной системой Windows. Причем неважно, это будет Windows 10, 7, там может быть даже XP у вас еще стоит. Итак, давайте я перейду к первому способу. Этот способ использую лично я уже давно. Так как я работаю через интернет и кидаю кучу скриншотов в мессенджеры, Telegram, Skype, то стандартными средствами Windows это делать не очень удобно. Поэтому я использую такую программку, как LightShot. Вот у нас, смотрите, у меня тут всегда запущено в автозапуске. Видите, нажмите print screen на клавиатуре для того, чтобы сделать скриншот. Как она устанавливается вообще? Она устанавливается... Можно прямо в Гугле написать вот такой запрос print screen. И у нас вот второй сайтик, это LightShot. Заходим туда, смотрите, и смотрим, бесплатно скачать LightShot на свой компьютер. Нажимаем сюда и скачиваем для Windows. После этого у вас устанавливается данная программа очень быстро, и вот здесь она у вас в автозапуске будет всегда находиться. После того, как вы нажимаете на этот значок, либо вы просто нажимаете клавишу print screen на компьютере, у вас затемняется экран, и вы можете выбрать любое место для того, чтобы сделать скриншот. И смотрите, здесь что мы можем сделать? Мы можем выбрать прямоугольник, например, выделить что-то, что нам не понравилось. Мы можем выбрать стрелочку. Сюда направить, и мы можем написать, допустим, даже текст и написать исправь это, да. Если мы хотим что-то отменить, то мы нажимаем на стрелочку сюда. А теперь смотрите, для того, чтобы, допустим, отправить это кому-то по скайпу или в телеграме, не обязательно сохранять это на свой компьютер, хотя чтобы сохранить, вот мы нажимаем, да, сюда на дискетку, у нас подсвечивается папка, куда мы должны сохранить, и нажимаем на сохранить. Мы, смотрите, нажимаем на облачко, да, и оно у нас загружается, фактически это ссылка в интернете, мы нажимаем копировать. И отправляем, кому хотим ее в интернете. Допустим, вот открываю Telegram, вставляю ссылку. Все, скриншот отправлен. То есть, вот видите, как он будет выглядеть у того человека, которому мы отправили скриншот. Вот, допустим, вот человек его откроет и посмотрит, что вот ему надо вот тут что-то исправить. То есть, очень удобно. Да, мы можем как дискеткой сохранить, так и в облако ее направить и отправить ссылочки. Программа замечательная. Итак, но у нас есть люди, которые не любят устанавливать никакие программы, а любят использовать стандартные средства Windows, да, таких очень много, поэтому для них придумали специальную утилиту ножницы, которая есть в каждой операционной системе Windows 10 и даже Windows 7. Итак, вот Windows 10 нажимаем на поиск и пишем здесь ножницы. Ножницы. Забиваем ножницы, и вот они у нас есть, ножницы. Для того, чтобы сделать снимок экрана, нажимаем на кнопочку создать и выбираем, что мы хотим тут. Что мы хотим тут. Вот. Сделали скриншот, такой экран. Для того, чтобы сохранить, нажимаем на дискетку сохранить фрагмент. Для того, чтобы что-то выделить, вот тут есть всякие кисточки, маркеры, да, можно тут что-то нарисовать. Для того, чтобы отменить нарисованное, выбираем затирачку и отменяем затирачку. Кстати, для того, чтобы сделать скриншот отдельного окна, а не просто произвольной формы или прямоугольника. Да, у нас тут сейчас, смотрите, режим прямоугольник был. А у нас тут можно произвольную форму выбирать. Нажимаем создать и выбираем произвольную форму скриншота. Выбираем режим окно.
Выбираем режим, выбираем окно, которое хотим скопировать. И вот оно у нас фактически копируется сюда. Так, это что касалось ножниц. Теперь я хотел вам еще показать горячие клавиши. Допустим, вы вообще ничего не хотите, не устанавливать никаких ножниц, заходить. У нас есть горячие клавиши. Если мы нажимаем сочетание клавиш Win Print Screen, Windows Print Screen, то у нас автоматически создается скриншот и сразу копируется в папочку на компьютере. То есть не в буфер обмена, а в папочку на компьютере. Находится эта папочка у нас вот здесь в изображениях и снимки экрана. То есть заходите в этот компьютер, да, проводник, находите здесь папочку изображения и снимки экрана. Вот он у нас, снимок экрана 4. Вот мы только что его сделали. Если мы еще раз нажмем Win Print Screen, то появится снимок экрана 5. Вот он, снимок экрана, только что мы сделали. Так, это что касалось быстрых снимков, да. Если вы хотите сделать снимок экрана, чтобы он попал в буфер обмена, то тогда, например, для того, чтобы сделать снимок активного окна, нажимаем клавишу Alt, нажимаем и нажимаем Print Screen. Alt, Print Screen. И смотрите, теперь для того, чтобы вставить его куда-то, например, в Microsoft Word, входим и просто нажимаем Ctrl-V. Вот он, наш снимок экрана вставился. То есть из буфера обмена вставился снимок активного окна. Если мы просто зажмем клавишу Print Screen, то снимется весь экран. И точно так же мы можем нажать Print Screen и вставить его в любой документ. Если вы хотите немножко подкорректировать, так сказать, свой снимок, то можете зайти в Paint, если больше ни в чем не разбираетесь, да? Вставить сюда снимок своего экрана, например, выделить какую-то область и нажать обрезать, да? Далее, для того, чтобы нам сохранить, мы нажимаем на дискетку и уже указываем место, куда нужно сохранить наш снимок экрана. В принципе, все. Три основных способа я вам показал. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Всем спасибо за внимание. Еще раз рекомендую очень программу LightShot. Кто не установил, устанавливайте. Подписывайтесь на канал. Всем пока.